Всем привет! Я Катя Клостер, и в этом видео мы разберем, что такое кредитный рейтинг и как узнать его бесплатно. Кредитный рейтинг – это примерный балл, который показывает вероятность одобрения заявки на кредит или займ. Кредитный рейтинг, в отличие от кредитной истории, более нагляден. По нему вы всегда можете определить, одобрят или отклонят вашу заявку. Чем выше балл, тем больше шансов получить кредит или займ. Финансовое самочувствие – аналог кредитного рейтинга. Шкала финансового самочувствия помогает понять, насколько уместно брать новый займ или кредит в данный момент. Чтобы проверить кредитный рейтинг, не обязательно обращаться в центральный каталог или бюро кредитных историй. Все гораздо проще. На сайте ВЗО вы можете бесплатно и безопасно проверить и посмотреть статус вашего финансового самочувствия. При этом ВЗО обеспечивает безопасность полученных данных и не берет плату с пользователей. Чтобы узнать свое финансовое самочувствие, просто войдите или зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте ВЗО. В личном кабинете введите фамилию, имя и отчество и нажмите кнопку «Далее». Для более точного определения финансового самочувствия заполните паспортные данные. Этот шаг можно пропустить. Укажите дату рождения, ознакомьтесь с согласием на обработку персональных данных и условиями сервиса. Поставьте галочку «Согласие». Нажмите кнопку «Получить отчет» и узнайте свое финансовое самочувствие. Шкала кредитного рейтинга поделена на секторы разного цвета, чтобы вы наглядно представляли свое положение. Красный цвет означает плохое финансовое самочувствие, оранжевый – есть заметные проблемы, желтый – есть небольшие проблемы. Зеленый говорит о том, что ваше финансовое самочувствие хорошее. Вместе с диагнозом сервис покажет вам рекомендации. Что нужно делать для исправления плохого самочувствия и чего делать не нужно, чтобы не испортить хорошее. Проверка финансового самочувствия не повредит никому. Даже если вы не брали займы в последнее время, удостовериться в своем хорошем самочувствии не будет лишним. Тем более, это совершенно бесплатно, и вам не нужно оставлять персональные данные по типу номера телефона и паспорта. Также вы можете получить статус «нет рейтинга», в том случае, если у вас нет кредитной истории или вы допустили ошибку в анкете при указании фамилии, имя, отчество и других данных. После проверки финансового самочувствия вы можете получить подборку индивидуальных предложений. Просто заполните форму в личном кабинете. На этом все. Проверяйте свое финансовое самочувствие с ВЗО.